Итак, дорогие друзья, добрый день. Мы начинаем 11 главу изучать. Вот мы, древо жизни, под которым мы сидим. Сидим мы под древом жизни. Тора — это как дерево жизни. Да, свет можно включить тот, если чтобы было ярче. Все, давайте собираемся и начинаем сейчас изучать 11 главу. У нас чем хорошо? Благодаря Владу Косову, который... Лилия Берман, добрый день, шалом, привет. Значит, Влад Косов, он заранее сделал перевод главы, ну, вернее, скопировал его с сайта Hasidus.ru, спасибо сайту этому. Влад Косов скопировал, и у нас есть прямо, раньше мы в конце уже изучения главы печатали перевод главы, а сейчас, если вы посмотрите ссылочку, то есть это 11 глава, уже она есть вперед. То есть можно прямо после урока почитать, посмотреть, повторить, кому-то рассказать. То есть есть и на иврите, и на русском. Мы выучили вчера букву Алиф. Я надеюсь, все выучили букву Алиф. Сегодня мы учим букву Бет. Бет — это Б, это 2. Вторая буква алфавита. Алиф, Бет. Тут очень легко сходится на иврите Алиф, Бет. На русском А, Б. Какой язык раньше возник? Иврит. Значит, все понятно, откуда взяли Кирилл и Мефодий. Откуда они взяли алфавит свой, да, Кирилл и Мефодий? Все понятно. Алиф, бет, а, б, да, а, эй, би, откуда? Тоже оттуда же. То есть корень всего – это Тора, понятно. И мы сейчас находимся в 11 главе. 11 глава, первый отрывок. О, алиф, Магда Манола, видишь, алиф, сегодня бет уже, давайте. И сегодня бет у нас, мы сегодня изучаем 11 глава. 11 глава. И это как первая глава второго десятка. Глава Алиф второго десятка. Шалом. Да, Виктор Комиссарук тоже, все. Значит, первый отрывок, я буду говорить Алиф, отрывок Алиф. Мы уже переходим постепенно на иврит, да. Отрывок Алиф, первый отрывок. Он говорит так. Меузней мирма туават ашем. Значит, обманные весы, дословно, мерзость перед Всевышним. Обманные весы, мерзость перед Всевышним. Ве эвен шлема рецоно. И цельный камень – это его желание. Значит, что отсюда следует нам, да? Что, в принципе, второе название Тора, не второе название, одно из определений, очень близко подходящих к Богу и к Торе, это эмет, истина. Что такое эмет, истина, да? Где здесь истина вообще? То есть истина, она очень-очень, ну, это понятие растяжимое, потому что, да, истина, как узнать? Например, человек смотрит на другого человека и говорит, о, какой он старый, а второй говорит, о, какой он молодой. Смотрят на одного и того же человека. Где здесь истина? Тот, который говорит, что он старый, он его младше на 10 лет или там на 20 лет. Может же такое быть, да, человеку 50 лет, тот, которому сейчас 20 лет, он на 50-летнего говорит, какой он старый. Тот, кому сейчас 90 лет, он смотрит на 50-летнего, который в два раза его младше, и говорит, о, какой он молодой. Где здесь истина? Какой он? Ему 50 лет. Истина, что ему 50 лет. Тоже это не истина, потому что то, что ему сейчас 50 лет, это по какому ему 50 лет? Если ему 50 лет по паспорту, по календарному сроку, это одно. А если его сейчас померять по биологическому возрасту, ему может быть 30 лет по анализу крови, там, по всяким таким, да, то есть у него организм в хорошем состоянии. А может ему в 50 лет, ему быть по биологическим уже часам, ему может уже 80. То есть, где здесь истина? 50, оказывается, лет тоже не истина, потому что есть разные возраста. А где здесь истина? Почему говорится, что... А здесь, кстати, про истину ничего не говорится. Здесь говорится «мазны мирма туават ашем». Весы обманные – это мерзость перед Всевышним. «Ве эвен шлема рецоно», а цельный камень – это его желание. Теперь смотрите, если мы возьмем слово «эмет» на иврите, то оно записывается алиф, мем, тет. Тав. Алиф, да, тав. Извиняюсь. Значит, тав, то есть первая буква алфавита, средняя буква алфавита и последняя буква алфавита. То есть истина, она, когда ты смотришь на ситуацию с разных сторон, то есть ты как бы 3D, и тогда ты можешь увидеть, смотря на ситуацию с разных ракурсов, ты увидишь эту ситуацию более-менее приближенно к истине. Но
Истина – это может сказать только тот, кто создал ситуацию, то есть Бог. Бог – это истина, Тора – это истина. Мы все живем в мире лжи. Этот мир называется мир лжи. То есть мы живем, представляете, прямо где ты живешь? Я живу в мире лжи. Этот мир, даже сам человек, когда он, что бы он ни сказал, он все равно уже сказал не истину. Потому что когда человек что-то говорит, то он выражает. Представьте, какая интересная штука. Есть некая реальность, которая отражается в мозге человека через электрохимический импульс. То есть человек эту реальность дополняет постоянно. Некий сигнал, который заходит извне, человек его дополняет тем, что у него уже внутри записано. Потому что если он этого никогда не видел, ему тяжело будет это даже дополнить и воспринять. Теперь то, что человек уже воспринял, это уже не то, что он увидел. То, что он дальше выразил, назвал словами, это тем более не то, что есть на самом деле. То есть идет такая как бы цепочка. Сигнал, создание, передача. А чтобы услышать это, еще же человек должен это воспринять. Он слышит звук. Вот вы сейчас меня слышите, слышите звуки. Дальше у каждого этот звук заходит в уши, пройдя через интернет, через тысячи километров проходит этот звук, заходит в уши. И каждый этот звук преобразовывает, я же говорю очень быстро, каждый этот звук преобразовывает в какие-то понятные себе образы. Откуда взялись эти образы? Слова – это отражение каких-то переживаний внутренних, которые человек назвал каким-то словом. Представьте себе, какой происходит сложный процесс. То есть от того, что сказал царь Соломон, до того, что вы услышали, это вообще, то есть это такое расстояние, что капец. Представляете? Теперь, поэтому истина в этом мире, это понятие недостижимое. Поэтому этот мир называется мир лжи. Мы живем в иллюзорном мире лжи. Теперь, но нам сказал царь Соломон от имени Бога в 11 главе, в отрывке Алиф, он нам сказал, что весы мирма, обманные весы, Бог ненавидит, а Эвен Шлема, цельный камень, он хочет. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о намерении. Когда у человека есть намерение обмануть, то есть исказить истину, это то, что Бог ненавидит. То есть, когда я осознанно беру и называю черное белым, белое черным, правду ложью, ложь правдой, это Бог ненавидит. То есть, когда человек на рынке ошибся, и он случайно дал больше, случайно дал меньше, это не обман, это случайно, это бывает с каждым. Когда человек осознанно, раньше в советское время, на весы цепляли грузик такой, чтобы обвешивать каждого покупателя. Это осознанный обман. То есть есть разница между, когда человек ошибся, и когда он осознанно искажает реальность. И вот Бог ненавидит вот это вот осознанное искажение реальности. Мазны, весы, обманные, именно обманные, Бог ненавидит. Эвен шлема, цельный камень, да, когда человек пытается действительно увидеть цельную картину. Это желание Бога. Понятно, да? Второй отрывок. Базадон ваево колон в этсну им хахма. Значит, дальше идет, разворачивается эта же мысль, переводится она в другую плоскость. Базадон, пришло намеренное. Задон — это когда человек намеренно он грешит. Это бемезит, да, говорят, что есть, который нарушил бешогек, он неосознанно нарушил, а есть, который нарушил бемезит, он осознанно нарушает волю Бога. Когда идет вот этот вот мезит, приходит позор. То есть есть, я знаю некоторых людей, которые осознанно идут против Бога, вот они, значит, там насмехаются над Богом, приходит к ним позор. Их все, то есть чаще всего этих людей ненавидят, и в итоге все равно все грешники, они даже в этом мире, они гибнут, и они, значит, над ними смеются. Вот так вот. Например, вот сейчас я буду смеяться над Александром Македонским. Он Александр Мукдон, то есть его правильно в Талмуде называют Мукдон. Почему? Потому что он был грабитель, насильник и гомосексуалист, который насиловал тех, кого он захватывал. Можете себе представить, да? Это страшное вообще, страшный человек. Как можно им восхищаться? Захватил полмира, уничтожил половину своих солдат,
людей поубивал столько, что просто нереально. Зачем он это делал? Грабитель, он шел грабить окрестные народы. Просто он говорит, я к вам приду, сейчас у вас все заберу. Ну как можно такого человека вообще восхищаться? Ну вот как, откуда? Откуда взялось восхищение? Александр Великий, захватил он полмира, потом все равно вся его империя исчезла, никаких, все его захватнические войны, ну все, нету сейчас Великой Греции. Где Великая Греция? Страна третьего мира, вообще непонятно, постоянные кризисы, ну то есть вообще ни армии, ни ничего. Так почему мир восхищается Александром Македонским? Объясните мне. Здесь написано, пришло, но опять же, вот смотрите, тут интересно. Здесь написано, пришло намеренный ход против Бога, приходит позор. Есть про Александра Македонского, у нас в традиции сохранилось несколько интересных фактов. Первый факт интересный, когда Александр Македонский со своей армией приблизился к Иерусалиму, то первосвященник тогда был Шимон Ацадик, первосвященник Шимон, он был праведник, его назвали, Шимон праведник, он был 40 лет первосвященник в Иерусалимском храме, заходил в святая святых, выходил, то есть, значит, на нем не было вообще ни одного греха, потому что если человек заходил с грехом в святая святых, он тут же умирал, прямо там же, то есть это было место, такое концентрация божественного присутствия в этом мире. И если туда заходил первосвященник, его привязывали на веревку, и он заходил раз в году туда. Были у него специальные воскурения, наполнялось там все дымом, он произносил имя Всевышнего. Там, ну, было какое-то, там была вообще искаженная реальность. Там стоял ковчег, который был больше, чем то место, в котором он стоял по размеру. То есть это было просто портал, выход в другую реальность. И первосвященник туда заходил раз в году, и если у него был хоть один грех, он умирал сразу там. Его за веревку вытаскивали, потому что никто не мог туда другой зайти. Шимон Ацадик 40 лет заходил, выходил, то есть у него не было греха. И тут этот Александр Мукдон со своей армией приближается к Иерусалиму. Он, так как он был пророк, он понимал, что с греками, ну невозможно сейчас с ними бороться. То есть они, там у них армия была по тем временам, самая передовая армия. Самые они были там накачаны, они маленьких детей бросали в пропасть, если он был чуть-чуть с изъяном, типа, не годится. Они, значит, у них остались только такие реальные кони, просто были у них солдаты, кони. И, значит, Шимон Ацадик говорит всем коинам, священникам, говорит, все, собираемся, одеваемся, факелы, выходим навстречу. И Александр Македонский поднимается к Иерусалиму с моря, да, там такие холмы иерусалимские, туман такой. И тут он видит, в белых одеждах спускаются с факелами такие люди, ну, ангелы. И впереди идет такой в одежде первосвященника, идет такой старик с такой белой бородой. Ну, то есть вообще сияние, ангелы. Тут у него такие эти эйфо, там все, с факелами все. И, значит, Александр Македонский, когда они ближе подошли, он слазит со своего коня Буцефала и кланяется этому Шимону Ацадику. Прям кланяется. Его спрашивают, его все военачальники, что случилось. Он говорит, это он ко мне во сне приходил все время и мне говорил, что меня ждет великое будущее, победа. То есть в таком виде к нему приходил ангел от Бога. А говорят, что сердце царей в руках Бога. Это мы учили и в Каэлете, и в Мишле об этом есть. Что сердце царей, то есть через царя Бог, он управляет миром. Получается, что Александр Македонский, когда он тех резал, так он и зло уничтожал, потому что те, кого он резал, они были еще хуже, чем он. То есть в то время люди были вообще совершенно дикие, они жили совершенно в другой концепции, не было такого понятия, как добро, милосердие и так далее. То есть люди были чистые звери, своих приносили детей в жертву, ну то есть вот это Содом, Гоморра, там это было ацтеки, все эти инки, они тысячи, по тысяче человек они делали жертвоприношения. Вот эти вот Чингисханы все там, монголы, они просто заходили в город и живьем снимали шкуру с людей, да, просто это у них такое развлечение было. Ставили они побежденных, на них ставили деревянные помосты, садились на них и праздновали победу, а те под ними ломали, там им кости трещали. То есть это были люди, и Александра Македонского, получается, Бог послал, чтобы уничтожить вот этих злодеев. Ну, а потом его уничтожил тоже, то есть это было орудие, но... Он к нему посылал ангела, чтобы ему сказать, что ты должен выйти в виде Шимона Ацадика. И он, значит, стал наклонился, все. Теперь, значит, решили, сдали Иерусалим без боя, потому что, ну, не было смысла воевать. И показывают ему храм, и тут Шимон Ацадик ему говорит, дальше идти нельзя, все. Вот это вот дальше идут только священники,
А дальше иду только я. То есть это место святое, куда могут, могут заходить по уровням святости. То есть это место, куда могут заходить все, все народы мира. И в Суккот приносили жертвы в храме за все народы мира. 70 было быков, которые приносили за 70 народов мира, как, ну, про народы вот эти, да? Теперь, говорит, дальше могут заходить евреи. Евреи – это весь народ священников, должен, все должны служить Богу. Израиль, да, народ, который народ священников. Дальше Израиль останавливается, идут коины. Внутри Израиля есть коины-священники, которые могут служить в храме. Только одна семья может служить в храме из еврейского народа. Дальше евреям тоже нельзя. Дальше нельзя уже идти и... А, были еще левиты. Есть один род левита, который обеспечивает бытовую всю часть службы в храме. А коины, они приносят жертвы. То есть дальше из евреев, евреи останавливаются, идут левиты. Левиты останавливаются, идут коины. Коины останавливаются, идет первосвященник. То есть идет вот такая пирамида. Александр Македонский ему говорит: я Александр Македонский, как там мне нельзя? Как, ты что, говорит, вообще, мало того, что мне можно, еще поставьте мой бюст в святая святых. Тот ему говорит: нет, нельзя, нереально. Он говорит: как это нельзя? А где же уважение к царю, где как бы все? И тогда говорит Шимон ха-Цадик: есть у нас уважение к царю, потому что царь идет тоже от Бога. И, кстати, евреи – это самые лояльные. Вот евреев обвиняют все время в нелояльности к государствам, в которых они живут. Но для евреев, евреи должны молиться в каждом государстве за царство, которое есть в этом государстве, чтобы была честная царская власть, чтобы все было по закону. Евреи в каждом государстве лояльны к тому государству, в котором они живут. И интересно, что есть такой еще один народ, друзы, это потомки Итро. Итро – это тесть Моше, и от него пошел народ друзы, которые очень сильно сохранили эту религию, все. И друзы, они точно так же живут. Есть друзы, которые в Сирии, они воюют в сирийской армии. Друзы в Израиле, они воюют в израильской армии за Израиль. Друзы там, например, в Египте, за Египет. То есть друзы, они лояльны, у них прям по закону, к той стране, в которой они живут. И евреи лояльны. То есть, почему обвиняют все время евреев в нелояльности, непонятно. Это закон. Это закон Торы, что нужно быть лояльным государству, в котором ты живешь. Теперь, значит, Шимон ха-Цадик, он говорит Александру Македонскому, говорит: мы, естественно, мы не можем нарушить законы Торы ни при каких обстоятельствах, но, значит, что мы сделаем? Мы всех мальчиков, которые родятся в этом году, назовем в честь тебя, Александр. Устраивает. Это доказательство, что мы тебя уважаем, что мы лояльны, что мы детей будем называть твоим именем. Он говорит: ладно, все, тогда я понимаю, что это не из-за неуважения ко мне, а из-за того, что действительно есть такой закон, и я понимаю, что раз Бог мне дал силу, там, власть и так далее, так я лучше с Богом не буду ссориться. И он признал, что ему нельзя дальше заходить, бюст сказал, что не надо ставить, и поехал дальше завоевывать Индию. Значит, поэтому, в принципе, даже у такого преступника, как он, были какие-то хорошие вещи, поэтому я над ним не буду насмехаться. Пускай Александр Мукдон, его статус остается непонятным, скажем так, потому что реально, может, его и не было. Мы не знаем, что было 100 лет назад, по факту, а что было 2500 лет назад, мы тем более не знаем. 2300 лет назад он жил. 2300 лет назад, откуда мы знаем? Хорошо, значит, ну мы знаем точно, во втором отрывке это Тора написано так: пришло злонамеренное нарушение воли Бога, придет позор. Ве-эт цнуим хахма, а люди скромные, к ним придет божественная мудрость. То есть Моше Рабейну, он был самый анав миколь адам, он был скромный из всех людей. То есть он, его эго не было, он был открыт к знанию, открыт к Богу, значит, он был мудрейший из людей, потому что у него не было эго. Когда человек цануа, скромный, он открыт. Когда человек такой наглый, он закрыт, он давит. То есть нужно, чтобы эти качества, они были в равновесии. То есть иногда, когда ты идешь, я помню, когда я только начал учить Тору, в Торе самое важное качество – это скромность. Вот тут прям написано, что скромные получат божественное знание. Цнуим. Скромные, скрытые. А я когда начал преподавать, если ты преподаешь, ну, как бы вот так вот, ну, не знаю, там, по бедности моего ума, мне кажется, что, то есть, скромно так, да, то люди как-то, ну, особенно вот в обществе, в котором все привыкли к тому, что если человек даже мало знает,
он сильно как бы говорит, на самом деле я сейчас тебе все расскажу, докажу там и все. А если он много знает, так он вообще должен тогда сказать, что все, там, сейчас я тебе расскажу. А если ты начинаешь, ну, я сомневаюсь, не знаю, по бедности моего ума, так тебя вообще слушать никто не будет. И я пришел тогда к своему учителю, одному из учителей, Рош Ешивы, Рав Элиэзер Кудель. Я ему задал этот вопрос, он говорит так. Написано, что есть такой отрывок, что «Ваигба либамбы даркэ шэм». То есть можно поднять свое сердце, именно, ну, подняться, да, когда ты идешь по путям Бога. То есть единственный момент, когда ты можешь включить вот эту вот свою силу, напор и там, дерзость и так далее, когда ты идешь по путям Бога, продвигая пути Бога. Во всем остальном нельзя включать это, да. Теперь, вот и здесь нам написано, что хахма, так как хахма, божественная мудрость, это то, что приходит извне, то есть через пророка, Тора, ты должен для нее открыться, ты должен убрать свое эго. Теперь, но когда ты дальше ее передаешь, значит, для того, чтобы ее передать, ты можешь включить свою силу. И последний, третий отрывок, чтобы мы уже шли по три отрывка хотя бы, да, хотя уже 21 минута. Вот, сейчас, секунду. Тумат ешарим танхем веселев богдим ишадем. Но здесь продолжается та же линия, что есть ешарим, прямые люди, это те, которые... Прямые, это, кстати, интересно. Есть садик, есть хахам. Хахам, он знает божественное знание. Есть садик, который это знание делает. То есть он преодолевает свою природу, он ломает свое злое начало, он прямо со всей силы делает это, то, что он узнал, Тору. Это садик называется, праведник. Яшар – это тот, кому не надо ломать свою природу. Ему Бог так сделал, что есть люди, которые прямые сердцем, то есть у них их природа изначально прямая. Почему им так повезло, непонятно, но это называется ешарим. И вот тумат ешарим, их вот эта вот наивность и их такая прямота, да, вот простота в выполнении заповедей, она тинахем, она их ведет, и в принципе вот этим ешарим, если человек уже прямой, он такой есть, ему в принципе очень повезло по жизни, она их просто ведет по жизни, есть эти люди. Теперь веселев богдим ишадем. Есть такие люди, которые, ну такие они, селев это как скользкие такое слово, да, переводится по смыслу. Значит, они выкруживают, вымучивают, обманывают, вот такие вот они скользкие. И это их же самих ограбит. Ишадем это их самих ограбит. То есть, когда человек врет, он по-любому запутается. И вот у меня несколько раз была интересная такая ситуация в жизни. Я очень чувствую правду, да, чувствую правду. И, ну, вот когда с человеком разговариваю, я вот вижу, где он врет. И люди иногда начинают со мной общаться, и они хотят, я готов с ними уже работать, да, вот уже все, я готов партнериться. И он начинает врать, преувеличивать, начинает говорить те цифры, которых нету, чтобы меня убедить, что надо с ним работать. Я уже и так готов был с ним работать. Но когда вижу, что он врет, я с ним тут же прерываю отношения. Потому что если он просто бессмысленно, абсолютно без оснований, просто он врет, потому что ему легко врать, я уже не могу с ним работать. То есть я понимаю, что он, если надо будет, так он соврет гарантированно. Если он врет, даже ему не надо врать, и он врет, так когда надо будет, он соврет, ну, и даже и не задумается, чтобы соврать. Поэтому это то, что здесь написано в третьем отрывке, что вот это вот такая салеф, это даже не хитрость, а выкруживаемость такая вот этих вот богдим, изменников. То есть есть яшар, это который прямой, богет, изменник, это тот, который вообще не прямой, то есть он, ну, изменник, да, богет, это само слово, он изменник. И простота прямых людей, и вот я, например, в переговорах, со мной очень легко вести переговоры, даже я сейчас был на тренинге, там, у Тони Робинса, часть переговора, я с нее ушел. У меня позиция в переговорах очень простая. Я говорю конкретно, скажи мне правду, что тебе надо. Я тебе скажу правду, что мне надо. Если мы договоримся, значит мы договоримся. Если нет, то нет. Все, у меня очень... Вот это то, что здесь написано в третьем отрывке. Простота прямых, она их ведет. Хитрость вот этих вот изменников, она их же грабит. Понятно? Все, вот мы изучили три отрывка, и очень все стало понятно, да? Что нужно быть честным, нужно быть прямым,
Нужно быть скромным, и будет нам счастье. Все, будет нам счастье с Божьей помощью, чтобы мы выполняли все, что нам советует царь Соломон. И тогда жизнь будет прямая, красивая, счастливая. Это три вещи, которые я понял. Пожалуйста, напишите три вещи, которые вы поняли. И завтра, Эйтан, да, сможешь завтра провести урок? Да, завтра я не смогу провести урок. А послезавтра, да, смогу, значит, завтра с Эйтаном. И у нас уже, слава Богу, прямо 25 смотрящих, уже 26 смотрящих в прямом эфире. Это очень круто, что мы создаем прям портал такой, портал связи с Богом, изучения. Удачи, успехов и до завтра. Пока. Очень жду ваших комментариев.